Котята проголодались. Давай их накормим. Папа и мама решили рассказать котятам нечто важное и для этого устроили семейный совет. У нас с мамой есть давняя мечта – открыть собственное кафе, в котором жители города смогут вкусно есть и чувствовать себя счастливее. Но для этого нужно много денег. Давайте посчитаем все деньги, что у нас есть. Мы можем вам помочь. У нас же есть карманные деньги. Давайте их тоже сосчитаем. Но когда мы играли в пиратов, то спрятали карманные деньги в доме. Давай поможем котятам найти их спрятанные деньги. Давай соберем все монеты. Отлично, все монеты собраны. Давай разложим монеты по копилкам. Перенеси монеты в копилки. Перенеси монеты в копилки. Отлично! Все монеты на своем месте. Миу, 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 миу! Мы нашли все спрятанные сокровища! Отлично! Теперь мы знаем, сколько у нас денег. А на что нам их хватит? Есть отличный способ это узнать. Поехали в магазин за продуктами. Давай соберем в корзину все покупки из списка. Отлично! Мы собрали все покупки. В магазине котятам очень понравилась машинка, и они попросили родителей купить ее. Хорошо, но машинка очень дорогая, и вы должны играть с ней очень аккуратно. Давай положим столько денег, сколько написано на табло. Денег слишком много. Попробуй еще раз. Отлично, мы все купили. Миу, 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 миу. Котята устали. Давай уложим их спать.